Я вітаю глядачів телеканалу «Рада», ефірі програма «Позиції». Гість нашої студії Наталія Королевська, народний депутат України. Я вітаю вас в нашій студії. І розпочнемо, зрозуміло, з питання переселенців, оскільки от протести, які минулого тижня були стосовно соціальних гарантій, їхніх забезпечення, наскільки вони актуальними залишаються? І дійсно, яку проблематику або які вимоги виставляють сьогодні переселенці? Ви знаєте, от, к сожалению, сьогодні власть довела людей до полного отчаяния, и они вынуждены выходить на улицу, чтобы напомнить о себе, чтобы привлечь внимание сегодня к проблеме, которая не решается на протяжении последних 2 лет, и принудить сегодня власть урегулировать на законодательном уровне вопиющую сегодня несправедливость. Вот я объясняю в 2 словах. Был принят закон. Как бы правильный закон, с одной стороны, который отменял такую дискриминационную норму, как справка переселенца. И человек мог обратиться в управление соцзащиты, передать все документы, и как и положено, как любому гражданину нашей страны, получить положенную ему социальную поддержку от государства. Что произошло? Законом справку отменили, но за 6 месяцев это правительство, они не нашли времени, желания, ну вообще непонятно, чем они занимаются, то есть, но они не приняли подзаконный акт, постановление правительства, которым бы урегулировали всю необходимую процедуру. И теперь так, справку уже органы не выдают социальной защиты, и без этой справки нет постановления правительства, как им действовать. То есть получился законодательный вакуум. З одного боку не видають, а з іншого вимагають. А з іншого вимагають або просто не приймають будь-які документи до розгляду. І що зараз відбувається? Тобто чоловік, який переїхав на контролюємо частину України, обращається в управління, говорить: "Дайте справку". Він йде, йому справку вже міграційна служба не дає, тому що ця справка вже не положена. Тому люди вийшли з требуванням о том, щоб їм перше це восстановили выплату, а это пенсии, это люди, выплаты по инвалидности, это мамочки, которые родили деток сегодня, но они не могут оформить элементарно той необходимой помощи, которую им нужно. Это переселенческие деньги, это выплаты на ребенка, это вот абсолютно все платежи за эти 6 месяцев, ну 5 месяцев этого года полностью парализованы. И, конечно, мы поддерживаем требования переселенцев. Со своей стороны мы написали вот на протяжении всех этих 5 месяцев, мы обращались в правительство, обращались в парламент. Мы говорили, что нужно урегулировать, что это техническая процедура, которую правительство обязано сделать. Но они дождались, довели людей до полного отчаяния. На прошлой неделе они в среду на заседании правительства принимают постановление, которым урегулируют теоретически этот вопрос. Но оно так и отправлено опять на доработку, то есть оно еще не опубликовано. И в том новом постановлении они опять принимают нормы, когда могут ходить переселенцам по домам, проверять, когда каждые 6 месяцев человек вынужден ходить опять регистрироваться. Ну, то есть это, знаете, вот такое тотальное нарушение Конституции, которое мы считаем в сегодняшних условиях, когда всем гражданам страны очень тяжело выживать и с этими ценами, и с этими тарифами, и с этими мизерными зарплатами, и с теми еще и невыплаченными, но людям, которые вот потеряли все, которые приехали к себе на родину и обратились вот по-человечески, да, выплатите нам положенное, вы уже там не дали нам квартиры, вы не решили вопрос там с медицинской защитой, не урегулировали вопрос статуса жителей пострадавших в результате этих всех военных действий, то хотя бы заплатите то, что нам должны. И вот сегодня не платят, но самое ужасное, что вообще не урегулирован вопрос, а что делать с теми долгами, которые вот накопились за эти 4-5 месяцев, по ним даже нет постановления правительства, как их выплачивать. Все идет вот в телефонном режиме. Те позвонили в управление соцзащиты на местах, запретили выплачивать, сказали полностью ситуацию тормозить. Люди в полном вакууме, в полной безвыходности. Вот, например... Это вы про борги тогда, когда было призупинено выплату социальной допомоги? Их, с одной стороны, приостановили. С другой стороны, то есть задолженность образовалась за эти 5 месяцев. А как эту задолженность выплачивать, пока нет никаких документов? Пані Наталі, я знаю, ви детально контролюєте загалом питання переселенців. На якому рівні сьогодні взагалі проводиться облік? Скільки у нас переселенців? Яку суму потрібно виділяти на цю проблематику? Є у нас якийсь облік? І на якому рівні він насправді ведеться? К сожалению,
уровень учета сегодня и ну, вот, реестра, о котором уже вот, говорят 2 года. То есть, от, про реестр переселенців, да, який казали, що він був відкритий в електронному вигляді, куди можна було б легко вносити або конечно, робити якісь справки, вносити дані. Не треба чоловіку бігати кожне полгода, вистаювати. Це ж легко сказати, а що там раз в полгода зареєструватися? Це зареєструватися, це потрібно приїхати, відстояти очередь, пройти там процедури всіх предоставлення цих документів, потратити на це кучу денег. Коли кожна гривна на счету, то ну, це просто вот, издевательство, просто издевательство. Ну вот, для примера, да, только по городу Славянску сегодня насчитывается более 1000 человек, получившие отказ социальных органов в оформлении разного рода государственной помощи и социальных выплат. Это 1000 человек, которым уже отказали. То есть все, что делать? Это в основном женщины с детьми, это малообеспеченные семьи, это ветераны, это пенсионеры. Подстава таких вымог якось аргументуете? А потому что у них телефонное сегодня решение не выплачивать, потому что не урегулирован этот вопрос. И они, ну как, знаете, вот они сейчас экономят на этом деньги. Но это экономить деньги на своих людях, на самых сегодня незащищенных и нуждающихся в помощи, это просто кощунство. Я чому цікавлюся обліком? Адже саме від обліку зрозумілі масштаби проблеми, правильно? Зрозуміло від того, яку суму грошей виділяти для того, щоб впоратися з цією бідою, допомогти людям в такій складній ситуації. На сьогодні немає розуміння того, масштаби самої проблеми. Суммы выделяются. Все есть, понимание все есть. Да, действительно, деньги это немало. Но только 50 миллиардов гривен пенсионный фонд не выплатил денег за заработанных пенсий людям, которые остались на неконтролируемой части. Есть решение всех судов. Они просто блокируют и не платят. После этого они придумали сделать эту верификацию, когда еще сотням тысяч людей отказали и заставили людей вот по 3-4 месяца ходить и восстанавливать себе выплаты. Да? И сегодня вот они создали уже просто катастрофу такого национального масштаба, когда парализовали вообще выплаты. Ну, слушайте, мы понимаем, что тяжело. Но когда вы депутатам 3 раза поднимаете зарплату, когда вы сегодня членам госкорпорации отменили ограничения и там по 1,5, по 2, по 3 миллиона гривен в месяц получают отдельные чиновники, и в это время вот экономить копейки на самых-самых незащищенных людях, ну это... Ну, як це, в кінці кінців, нарушення Конституції всіх законів України. Найбільше переселенців сьогодні у нас проживають на Донбасі, в частині, які сьогодні контролює Україна. Там якраз найбільш масово переселенці перебувають на сьогодні. Останнім своїм рішенням парламент виділив на цю територію, на відновлення цієї території, близько 4 мільярдів гривень. Куди ці гроші підуть, з якою метою, і чи не варто, якщо говорити про програми, які будуть фінансуватися за рахунок цих грошей, якраз и социальные. Ну, во-первых, эти деньги, они пойдут на восстановление инфраструктуры, дороги, социальные объекты, опорные школы. Питание есть, занятости також, если мы відновлюємо экономику. На восстановление экономики оттуда денег не пойдет, а хотя бы объекты социальной инфраструктуры получится восстановить. Потому что, ну, вот я была на прошлой неделе Марьинка, Красногоровка, это населенные пункты, которые находятся вот прямо на линии соприкосновения, там, где каждую ночь идут боевые действия, там, где люди большую часть времени своего проводят в подвалах, но там живут люди, это наши украинцы, это люди, которые верят в свою страну, они растят детей, они ухаживают за стариками. Мы приехали в детский садик, пол детского садика разрушенного, пол детского садика без отопления, без света, но а детей-то нужно куда-то девать, им нужно социализироваться, им нужно общаться, им нужно готовиться к школе, детки туда ходят. Восстановить этот детский садик, это стоит там несколько сотен тысяч гривен, это не те деньги, которые действительно бы имели какую-то масштабную сегодня затратную часть. Вот такая же ситуация в Красногоровке. И такая ситуация по всей серой зоне. Поэтому я общалась с губернатором, общалась с премьер-министром, они пообещали взять этот вопрос на контроль, чтобы эти деньги пошли на восстановление тех социальных объектов, которыми сегодня пользуются, которые сегодня очень нужны, но на которые вот все никак не хватает то ли ума, то ли желания, чтобы их восстановить. Загалом про социальную политику, насколько я разумею, виходячи з того, що стільки багато сьогодні подань до Конституційного суду, тобто настільки проблем багато сьогодні в соціальній політиці, що підтверджувати або спростовувати ті чи інші зміни до законодавства потрібно саме через Конституційний суд? Ну, к сожалению, вот за 2 года довели ситуацию до снежного кома, и она опасна, становится уже просто для, ну, для граждан нашей страны. Потому что что мы видим?
то они сначала принимают закон. Вот они приняли закон, ввели налог на пенсии. Да? Через полтора года одумались, говорят, ой, ошиблись. Да? И так героически потом это отменяют. А, например, для работающих пенсионеров они решили, что они не ошиблись, пусть еще люди платят. Ну, то есть такие вот неадекватные, непрофессиональные решения, они становятся опасными решениями, потому что принимаете решения, коалиция, правительство, они не прогнозируют, как они повлияют реально потом на людей. Вот они приняли закон по переселенцам, да, не внедрили, то ли забыли, то ли не захотели, да, а это потом привело к такой серьезной социальной катастрофе. То же самое по чернобыльцам. Парламент принял закон, которым уже отменили те идиотизмы, которые они 2 года назад приняли. Потом президент его заветировал, подал ответа не хватило. Что сейчас? Вот уже 15 числа чернобыльцы выходят на акции протеста. Вот к чему сегодня ведут? Они специально, штучно создают проблему, на которой финансово государство вот этого не выигрывает. А это больше просто унижение и оскорбление людей, которые нуждаются сегодня в помощи и поддержке. И потом провоцируют сами эти акции протеста и показывают о том, что как они потом решают этот вопрос. Я считаю, вот это крайне недальновидно, это очень обидные решения, которые мы все равно добьемся их отмены. Вот сейчас Конституционный суд уже начал рассматривать неконституционность закона об отмене льгот чернобыльцев, об отмене льгот ветеранов. Сейчас готовим, уже обращение есть, суд принял по отмене выплат матерям-одиночкам. Более 10 обращений мы отдали в Конституционный суд, потому что мы понимаем, с неадекватными людьми в коалиции и неадекватными людьми в правительстве сегодня можно разговаривать только с позиции силы. Наскільки ефективний в цій ситуації може бути інструмент Конституційного суду? Зрозуміло, що в Конституції заборонено зменшувати соціальні виплати. Це конституційна норма, але от ефективність запровадження, якщо, наприклад, Конституційний суд визнає неконституційним, що далі? Це борги, це повертати? От процедурно, як це може виглядати? Процедурно урегулируем. Вот нам сегодня главное, чтобы Конституционный суд, и вот они начали сейчас уже рассмотрение, мы благодарны за это судьям очень, чтобы они просто как можно быстрее уже принимали те решения, и дальше парламент, он обязан эту норму внести в закон, либо люди через суды элементарно восстановят себе все абсолютно выплаты. То есть решение Конституционного суда позволяет людине звертатися до суду, посилаючись саме на це рішення. Да, это уже автоматически. Це буде індивідуально, чи це буде по категоріям, чи в принципі кожна людина, яка звернулася, зможе отримати, як насправді? По большому счету, если есть решение Конституционного суда, то парламент это решение обязан тут же принять и внести изменения в законодательную базу. И я уверена, что если тобто мы получим... Тобто визнати таким, що втратив чинність? Да, мы получим решение Конституционного суда, то тут же в парламенте этот вопрос будет урегулирован. Поэтому здесь мы очень-очень рассчитываем на такую законную, конституционную позицию судей, которые смогут хотя бы чуть-чуть, хотя бы немножко, да, но восстановить социальную справедливость по отношению сегодня к миллионам людей, которые пострадали, ну, от абсолютної неадекватності, непрофесіоналізму. І безпосередньо в контексті роботи самого парламенту. Зараз тематичні дні от практику запроваджують. Я знаю, що ви наполягаєте на дні, де розглядалися тільки соціальні законопроекти. Ну, смотрите, у нас вже був там день села, день місцевого самоуправління, день там ще... Економіки. День економіки, день фінансів. Це правильно, це, ну, дійсно потрібно ці питання піднімати, розглядати, уділяти їм особливе внимание. Но вот я, ну, как бы каждую неделю я езжу в регионы, я общаюсь с людьми. Я знаю, что самый острый вопрос, который сегодня стоит у людей на повестке дня, это вопрос социальный. Это размер пенсии, это размер заработной платы, это размер тех платежек по тарифам, которые они получают. Это сегодня тотальная безработица, это сегодня долги по заработной плате, это те колоссальные цены, которые мы видим в магазинах. И вот по каждому из этих пунктов мы подготовили пакет законопроектов. То есть у нас есть программа социальной стратегии развития страны, экономического восстановления, и есть пакеты законопроектов, которые подготовлены с профессорами, с научной средой, с экспертной средой, которые
лежат в парламенте уже больше года. Тобто і з аналізом, і з прогнозами. Безусловно, да, і по показателям, где взять деньги, откуда сегодня восстановить эти финансы, как правильно организовать выплату. То есть, ну, мы ж не первый день как бы работаем и в исполнительной, и в законодательной власти. И все это подготовили. Но, к сожалению, за, вот, ну, за полтора года, да, мы понимаем, там первые полгода парламент всегда организационный, да, но за полтора года у парламента так и не хватило времени рассмотреть социальную повестку дня. Багато чого залежить від того, що з'являється на порядку денному, від роботи профільного комітету. Наскільки я знаю, ви працюєте якраз в профільному комітеті, який займається соціальними питаннями, пенсійним забезпеченням. Наскільки активно сьогодні працює комітет? Комитет работает стабильно, у нас есть там взаимопонимание, потому что там собрались профессиональные люди, и комитет в большинстве своем наши инициативы поддерживает. И мы также объединяем свои инициативы и приглашаем депутатов независимо от нахождения в какой партии, в какой политической силы. Потому что я абсолютно уверена, социальная сфера, сфера образования, здравоохранения, они должны быть вне политики, вне лозунгов, вне выборов, потому что это то, чем живут люди в нашей стране каждый день. И поэтому вот как бы понимание мы находим. Но когда становится политическая повестка дня, то, к сожалению, социальная повестка уходит на второй план. И мне очень бы хотелось, чтобы наши депутаты не штаны протирали в парламенте, рассказывая о том, как они любят людей, а все-таки поехали туда, вот на передовую, и реально увидели, в каких условиях сегодня живут люди. Ну вот вдуматься, у нас за два года войны в стране так и нет такого статуса, как мирный гражданин, пострадавший в результате войны. Люди простые, которые живут у себя дома, которые никуда не ходят, ни на войну, ничего. Он сидит дома, да, там спит, смотрит телевизор. К нему прилетает туда снаряд. Человек становится инвалидом, теряет родных, близких. Дети становятся сиротами. Вообще нет ничего. То есть, а человек говорит, да, ну ты же дома сидел, да, у тебя бытовая травма. Иди лечись сам, что хочешь, то и делай. Ну разве мы можем вот настолько Юрина, быть сегодня чёрствыми? Наталья Юрьевна, у нас остается практически лечение хвилины, хвилина, меньше хвилины до завершения программы. Чи не час уже, зважаючи на ті перелік всіх тих проблем, зважаючи на біду, яку ми маємо сьогодні на Сході, загалом ці питання вивчити і сформувати от таку програму, концепцію загалом соціальної політики, а не точково розбалансовувати цю сферу? Ви абсолютно праві. І от ми підготовили стратегію соціального розвитку країни. Тобто ми її підготовили рік назад. Тобто ми провели обговорення в усіх областях. Це інститути України, міжнародні експерти писали. І ми о чем говорим? Да, давайте возьмем эту дорожную карту. Да, давайте вокруг этого объединим свои знания, опыт, усилия. Потому что мы в любом случае должны людям дать ответ. Где тот свет в конце туннеля? Куда вы сегодня ведете страну? Потому что то, что вы принимаете, и те решения, которые мы увидели за эти два года, это, ну, как тупиковая ситуация. Мы даже уже не видим света. Поэтому мы подготовили, как выйти из кризиса. Как сегодня обеспечить людям социальную защиту. Как сегодня восстановить экономику. И эта стратегия социальной защиты и развития страны, она готова. Конечно, ее нужно обсуждать, находить компромиссы, то есть нужно, ну, такое более широкое, потому что, ну, как это, по большому счету, национальная идея, да, то, как будут жить люди в нашей стране завтра. Как будут жить наши дети. Тут завязка комплекса, тут и завязка на экономику, безусловно, и на рабочие места, конечно, и на занятия. Да. Здесь не может быть, как социальная сфера, это производная от экономики, да, то есть здесь должен быть пошаговый план. Ну вот смотрите, мы идем в Европу, все согласны, все согласны. Европейские тарифы уже внедрили, мы уже ближе стали к Европе. Европейские цены уже внедрили, уже на шаг ближе стали. Вот уже парады стали проводить, да, то есть, ну уже вот все можно сказать по-европейски, бордюры побелили, да, но качество Европы – это в зарплатах, в пенсиях, в рабочих местах и в качестве продукции, которую мы, национальную продукцию, у себя производим. И нужно прекратить вот это вот делать потемкинские деревни и вот этот фетиш нам здесь показывать о Европе, а начинать Европу делать на уровне заработных платах, на пенсиях и на рабочих местах. Вы кажете, что есть відповідний документ або стратегии и бачення того, якою має бути соціальна політика за даних умов, на якому рівні потрібно ви бачите її обговорення для того, щоб мати не лише підтримку парламенту, а суспільну підтримку загалом.
Чи вона вже проводиться таке обговорення? Ця робота в общественном, гражданском секторі, вона ведеться. І є соціальний совет, де привлечені всі наші всеукраїнські общественні організації: ветеранів, чорнобильців, афганців, переселенців, інвалідів, женщин. Тобто на рівні общественной среды, то есть это обсуждение, оно идет, поступают предложения, вносятся корректировки. Но понимаете, сегодня власть, вот она живет сама по себе, у них тепло, светло и сыто, да, а люди сегодня живут сами по себе. И вот эта пропасть, она была всегда, то есть это нельзя сказать, что вот раньше все это было так хорошо, а сейчас вот не замечают. Нет, она всегда была. Но то, как эта пропасть превратилась в такую же непроходимую, абсолютно непреодолимую, сегодня так бы сложно преодолимое препятствие, это факт. И поэтому мы говорим о том, что нужно сегодня наладить социальный диалог, нужно перестать разговаривать лозунгами, обвинениями, постоянными проблемами, создавать искусственно, потому что 2/3 проблем, которые сегодня созданы в стране, они созданы искусственно путем того, что принимались непрофессиональные и недальновидные решения. И вот сейчас работу над ошибками провести можно, исправить ошибки можно, стратегию обсудить можно. Вот мы, оппозиция, мы готовы приложить все усилия, все знания, весь опыт для того, чтобы восстановить ситуацию, потому что дальше, как говорится, уже не важно будет, во власти ты или в оппозиции, потому что сегодня цена вопроса – это человеческие жизни, и это будущее нашей страны. И тут нужно вот отбросить эти амбиции, эмоции, знаете, там рейтинги, выборы. Это все хорошо, но социальная сфера, проблема людей должна сегодня объединить как общественный, гражданский, политический сегмент для того, чтобы принять правильное стратегическое решение. Как жить дальше? У нас есть потенциал, у нас есть возможность, у нас есть для этого программу. Сегодня нужна для этого воля, чтобы отбросить амбиции и принять правильное профессиональное решение. Наталія Королевська, народний депутат України, була гостею нашої студії. Дякую вам за те, що знайшли час і завітали до нас, а нашим глядачам дякую за увагу і довіру до парламентського. До побачення.